Вот мы приехали в лес. Такой вот белый мох. Сегодня утро. Пойдем посмотрим, что здесь нас ждет. Первый раз в лесу. Открываем тихую охоту. Вот такие. Дальше посмотрим, что интересного. В лесу тихо, замечательно. Сыроежки, сыроежки такие неплотненькие, хорошие. Вот такой лес. Слышите, поют птички. И вот он. Боровичок. Вот он, красавец. О, не представляете, какое ощущение. Ощущение. О, какой хороший. Обалденный боровик. Просто, да, дыхание захватывает. Вот такой вот экземпляр. Сегодня мне попался. Посмотрим вокруг еще. Надо посмотреть обязательно. Вероятность большая, что могут быть еще. Но пока не вижу. Пойду дальше. Ну, это все. Это вот тут дача. Маленькая. Положим это все в ведерочко. Боровик. Первый боровик мой. И такой замечательный. Вышел я на край леса. Вот на такую опушечку с белым мхом. Небольшой дождик идет. Вот тут была вырубка. Сейчас я покажу, на что я набрел. Ходил. И вот результат моих похождений. Уже почти сдался. Но нет. Лес меня вознаградил. Вот такой. Король. Просто король. Не представляете, каков. Меня аж дух захватывает. Вот он, бочонок. Обалденный. За мою настойчивость мне подарочек. Сейчас мы его аккуратненько достанем. Аккуратно. О, вот. Это просто шедевр леса. Вот такие грибочки произрастают в Тверской области. Вот такой красавец. Я ж потрясывают руки, насколько он хорош. Да. Продолжается у меня поход по этой лесосеке. Показываю экземпляры, которые здесь произрастают. Вот один. Сейчас мы его такой серьезный. Серьезно, подожди. Нога больше, чем шляпа. Это мухоморчик. Рядышком вот еще один. Подожди, сейчас я проберусь. Вот так вот открою вам секрет. О, это рядышком. Так. И еще один рядышком. Поносиновик. Вот он. Так, дружбаны. Это три у нас поносиновика. Так. Еще один. Рядышком. Поносиновик. Тоже неплохой. Ну-ка мы его аккуратненько извлекем. Вот. Вот так вот. Такие у нас. Как мы их называем, друзья. Ну что ты,
Пятого не вижу. Пятый. Должны быть пятые. Неужели не найду? Досада. Ну как же. Сегодня рекорд будет 4 за раз. Да, хотелось 5. Нет. Ну вот есть пятый. Но я его брать не буду. Это мухомор. Ладненько, все, собираем свой улов. Ну вот, нашелся и пятый. Чуть-чуть подальше. Вот он. Знаешь, не такой красивый. Ну-ка, 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 глубоко, как он сидит. О-о-о! Вот это нога. Вот это нога. Потом разрежем, посмотрим. Давай, дружище. Будешь пятым. Пойдем дальше. Иду по бору. Здесь такая низина. Деревья. Тут болото. Пробираюсь потихоньку. И вот тут мелкой. Получается. Чищобе такой. Сейчас я пролезу. Вот он, экземпляр. Вот красавчик. Вот такой. Вот. Сейчас я его аккуратненько достану. О, какой плотненький. Аккуратно. Так, накрою. Вот он. Красавец. Просто замечательный. Рассмотрим дальше. Его пока складем. Сейчас посмотрим вокруг. Что у нас здесь есть? Такой подарочек. Такой подарочек нам среди леса. Грибочки. Грибочки. Где он, грибочки? Вообще лес обалденный. Мох. Начался небольшой дождик, но он не мешает. Посмотрим, что здесь рядышком. Такие грибы одни не растут. У них должны быть друзья. Вопрос, где они? Где спрятались эти друзья? Алло. Беленькие подосиновики. Видимо, кто-то друзей уже нашел до меня. Пойдем дальше, посмотрим. Забрел я в низиночку. Такую вот. И не зря. Сейчас я вам покажу, что здесь есть. А здесь есть вот он. Беленький. Такой, ох, красавец. Вот он. Оп. Немного, наверное. Не совсем чистый. Сейчас мы его порежем, посмотрим, проверим. Но все равно приятно. Зашел в небольшой перелесок. Здесь березки с елями, соснами. И вот что я здесь нашел. Оп. Немного кто-то его покусал. Да, но это подосиновик. Посмотрим. О, хорошенький подосиновичек. Положим его к нам в окошко. Сверху. Сейчас еще посмотрим. Здесь что-то растет, но это я не собираю. Даже не знаю, как называется. Больше пока нет. Усилился дождь. Поменяли мы локацию. Сейчас лес вот такой. Это сосна мелкая. И вот что я нашел. Вот он, белый. В такой канаве небольшой.
Ну, это не канал, это молодой лес. В молодом лесе такой красавец. Сейчас я его попробую извлечь аккуратненько. Ну-ка. О, шикарный. Гриб. Все. Кладем в корзиночку. Дождь немного усилился, но это не мешает нам искать вот такие экземпляры. Хоп! Смотрите, какая шляпка. Это просто, да, шедевр. Вот такой вот подосиновик. Классический. Растет в мелком еловом лесу. И ждет, когда мы его аккуратненько вынем. Оп! Вот он, чист, свеж, красив и нарядный. Подосиновик в полном соку. Вот какая-то тут животина погрызла дерево. Мох. Это я в боровом лесу, но уже в мелколесье. Здесь вот мы ходим, гуляем. Это здесь я видел поеденный грибок. Вот она, боровичок. Вот она, его немножко погрызли, но это шикарный экземпляр, достанется и нам тоже. Сейчас я его постараюсь вытащить аккуратненько. Вот такой. Шикарный экземпляр, шикарный. Чуть-чуть его подъели, но если смотреть вот с этой стороны, то просто изумительный. Вот он. Королевский гриб. Королевский. Но это еще не все. Это не все. Где-то рядом. Недалеко. Так. Ищем. Ищем. Вот. Вот. Абсолютно другой экземпляр. Вот. Боровой. И вот простой белый. На одной полянке. Обалденный вообще. О, вот он. Вот они. Два собрата, но не с одной семьи. О, приятно. Приятно собирать грибы. Классическая ситуация. Белый мох. И белые грибочки. Еще поищем, посмотрим. Или еще третий друг, или все-таки его придется поискать. Пока не видно, пока не видно. Да, вот сейчас я по канаве пройду, может быть, там будет. Все, да. Продолжаем поиски в боровом лесу. Вот он, экземпляр очередной, боровик. Сейчас мы его посмотрим. Ой, вот один и вот второй. Это просто сказка. Пожалуйста, вот они. Оставлю пока, посмотрю рядом. Посмотрю рядом, что здесь есть. Какой-то гриб. Обойду. Погляжу. Там тоже гриб какой-то. Нет, белых больше не видно. Не видно белых. Пойдем вытаскивать. Аккуратненько сейчас я начну с большого.
Давайте большой сначала. О, какая нога! Просто изумительная. Вот просто сказочная. Сказочная. Это вот это не гриб. Это просто пупок такой вообще. Представляете? Не ухватить. Так. И сейчас его младший брат. Вот. Вот, практически в одном месте. Изумительные, чистые, красивые грибы. Так, оглядимся. Это вот буквально все в 5 метрах. На одной полянке. В лесу тишина. Капельки дождя. Немного пасмурное небо. Но это все позволяет найти вот такие экземпляры. Так, кто-то рядом ходит, но это нам не мешает. А не мешает чему? Сейчас покажу. Не мешает находить вот такой грибочек. Раз. Вот такой грибочек. Два. Вот они. Одинаково с лица. Два брата молодца. Раз. И два. Прикроем ремень. Вот такие изумительные экземпляры. Правда, не боровые, обыкновенные. Но все равно. Очень симпатичные. Вероятнее вкусные. Но твердые все. Все молоденькие, хорошенькие. Поэтому посмотрим еще вокруг. Посмотрим. Может быть, и увидим еще что-нибудь подобное. Вот там мухоморчик есть. И все. Это вот в таком лесу. Боровой лес. Белый мох. Собирать грибы — одно удовольствие. Просто сказка. Ни жарко, ни холодно. Вот так вот в Тверском лесу получаешь море эмоций. Ну, заодно и немного грибов. Еще раз поменяли локацию. Здесь шикарный лес. Боровой. Мох частями. Да. Видимо, это последняя поляна. Поедем потом домой. Дождь опять начался. Мы немного намокли. И сейчас я вам покажу, как меня встретил этот красивейший лес. А лес меня встретил вот таким трофеем. Просто трофейный гриб. Трофейный гриб. Сейчас я его открою покрасивее. Вот. Вот белый мох. И он. Картинка. Сейчас я его аккуратненько извлеку из него. Вот он. Король грибов боровой. Обалденно. Вот таких. Да. И побольше. Спасибо лесу, что он меня сегодня радует. Ну вот все. Закончилась наша тихая охота. Это лесная дорога. Вот такой перекресток. Лес. Все, спасибо этому лесу. Принял нас хорошо, но небо немного плачет, потому что мы уезжаем. Уезжаем, там вон кто-то еще стоит. Еще грибы собирает. Поэтому так. Ну, а вот наш улов. Наш улов такой на сегодня. Очень хороший. Все, всем пока-пока. Приезжайте в Тверской лес. Очень добрый, дышится хорошо, собирается легко, грибы есть.
Всем пока.